Ковыряла не менее важен, чем для вас Васко да Гама. И в ходе репортажа постараюсь описать. Васко да Гама – это седьмой номер хорошо нам известный Донизетти и девятый Луизау Роберто Карлос. Левый фланг атаки. Снова атака начинается через Роберто Карлоса. Сейдорф Смит. И последний матч в его отсутствии, Сиерра. Очень неважно. Отмашка флажка боевого бокового тем, чтобы как следует подготовиться вот к нашим меркам погоды. 6-8 градусов тепла. Перенесли здесь все отношения в Латинской Америке особое, недаром брать. Нам, конечно, очень интересно в свете предстоящей игры Мадрид со Спартаком. Итак, у них голкипер 25 номер Эдуардо Альмани, известный вам хорватский футболист. 14 номер Гути, 9 номер Давар Шукер и 15 номер Фернандо Маригентос. Что одна страна должна нести ответственность за конкретный турнир, тем более турнир Японии и Южной Кореи. Видит вот эта тройка защитников Реала, Ерро, Мануэль Санчес и Санс. Команд Южной Америки. Ну а рекордсменами Ерро с мячом. Зейдорф отправляет мяч назад. Санс и на правый фланг Пануччи. Ерро уверен. Он стоит, могли купить билеты по $8. И для детей до 12 лет стоимость билетов $5. Вблизи ворот обоих клубов. В общем, ведут игру пока что футболисты команды Муса Хидинга. Вот с левого фланга Редондо сместился на левый фланг. Снова получил, нет, не получил мяч. Передача до него не дошла. И пас. Это уверенно. Уверенно мадридцы контролируют мяч. Зейдорф. Вы знаете, как-то мадридцы, не знаю, какое слово подобрать, выглядят посолиднее. Вагнер. Много говорили тренеры бразильцев. Нет, ничего не получается у бразильских нападающих. Вот такой регламент матча. Ну и посмотрим. Там на ударной позиции были сразу и Донизетти, и Луизау. Два центр-форварда. Там никого не было на ударной позиции. Ну что, вот повторение. Развитие событий в первом тайме. А точнее, там, по-моему, его атаковал шестой номер аргентинец Редондо. Атаковал в этом эпизоде Жунинью. На 25-й минуте полузащитник бразильцев Наза послал мяч в собственные ворота. Донизетти не смог обыграть. Мешать Мияцович нанести удар, но, в общем, Мияцович помешал сам себе. Сегодняшний матч судит чилийский арбитр. Я уже начал говорить о том, что, в общем, это счет 1-1, и это заставляет меня напомнить вам регламент сегодня футболистов. Сейчас играет в составе японских клубов. Можно называть достаточно много фамилий, но директором которого является бразилец Зико, играют известные бразильцы Бисмарк и Жоржиньо. И еще немало фамилий, повторяю, можно называть. Мощнейший удар Редондо. Мы мысли, естественно. Мы увидим повтор в атаку. Ярни тоже действует на левом фланге. Так что до предела здесь усилили свою. Да, конечно, Рауль как нельзя вовремя забил этот мяч. Именно в тот момент, когда казался. Нет, шансы тут они использовать не смогли. 2-1.